Неординарное дело о разбое поступило в Выборгский районный суд. Двое негодяев в парадный дом на улице Жени Егоровой жестоко избили знакомого и забрали недорогой мобильник. Потерпевшего экстренно доставили в операционную, где медики удалили разорвавшуюся от удара селезенку. Преступление, увы, обыденное. А вот нестандартный подход следователя к сбору доказательств мог бы лечь в основу кинодетектива с элементами черной комедии. В суде, просматривая материалы, с изумлением увидели в перечне вещдоков банку с удаленным органом, которую следователь передал на хранение потерпевшему. Чем сыщика не устроили привычные экспертизы и медицинские документы, пока загадка. Своим постановлением следователь признал вещественным доказательством селезенку потерпевшего, которая была помещена в банку с соответствующим раствором и изъята из патологоанатомического бюро. Кроме того, следователь передал данную селезенку в банке потерпевшему под сохранную расписку. И потерпевший должен хранить эту селезенку до вступления приговора суда в законную силу. Теперь жертве разбоя вместе с домочадцами стоит быть предельно законопослушными. Ведь если вдруг в квартиру придут с обыском и заглянут в холодильник, вопросов будет немало. Вряд ли жильцам поверят, что жуткая банка – это вещдок, выданный следователем на хранение.